Сашка в пакете бежит через стоянку наемников на ПД. Я догоню и ебану. Котика солнце, блять, ну на самом деле поносит. Только это еблуша бандитская пингует. Иду еблана. И там зивка еще. Нету, не пингует. Хуя фиолет уже. Опять что ли убежал? Ну, этим сталкером. А, хорош, поймал. Он догнал, и там просто компоненты. У меня пакет выносит. Бегу. Видеть бы его нахуй. Да, они выносили с собой пленку. Чё на бар выносит в пакет? Чего нахуй? Ага. Ага. Четыре, пять. По-моему, с подземки уходит, слышишь? Ага. Не подходи, не подходи, у них не уяз. Да, с подземки выходит. Вижу. Узрол, на фотос. Даю шот. Работайте, братья. Другой еще убил. Я думаю, я его убил. Сатурна убил. Все, вот так. Убил. Фуловые, они все загружены. Гончо облутаешь, гончо и цену. Сатурна тоже надо Сатурн собирать. Сатурн не пустой, вот. Ну, ищем. Не, другой Сатурн. Блять, я что-то на перевесе уже, давайте облутывайте. Так, а этот? Все. Еще 32 килограмма, вот этот тоже цену-то. За эту хуйню уже другие челы поубивали здесь. Пойдемте. Надо через ПД идти. Здарова, работяги! В описании ссылочка на мой телеграм-канал. Я выкладываю свои настройки, свои сборки, также зачастую провожу розыгрыши и общаюсь с вами. Выкладываю информацию о будущих видосах и стримах, а также ТТК новых пушек и прочее. Также очень быстро отвечаю на ваши вопросы.
и предоставляю неплохие услуги для выноса артефактов за небольшую стоимость. Ссылочка в описании. Дайте мутап. Блять. А почему не 5 гороха? Нереальный крафт. Где тут моя ВСС? Так, да. Весь бартер, который... Если что, Никита говорил, что те, кто фармят, те очень слабые челы. Также у него все скачаны. Я покупаю бартер, я только что сходил и купил его. Слушай, сколько ты купил? Чего? Сколько чего ты купил? 200 гаммы я купил, 500 кванта. Блять, откуда у тебя деньги на это? Что с микрофоном у тебя какой-то, блять, ультразвук? Я не за деньги, я... А что, жопой расплатился? У меня было дохуище, у меня 1000 обменных осталось, и всего лишь 9000 гильз, 900. Так, купить. Let's go. У него вера стекью, наверное. Так, не, он, кстати, и после фикса нейронки видос выпускал. Не, это чел дально. Это чел дально так играет. Пада, слышь, подожди, давай я ща хуйню вынесу с Лиманска, а то Эксил выделу и посмотрим. У меня вот больше вопросов. У меня больше вопросов его друг вызывает, Painful Fastakin, вот этот хуесос. Вот мне кажется, вот это чел дально с дерьмой играет, с говной. Грязный, некрасивый. Так, я убил его на аэродропе, получится ли вынести или нет? Не, просто я посмотрел, Верхорпирунг так же играет, блядь. Ну все. Блядь, не тищу, блядь, хуй язык сломает, блядь. Просто чел бегает, блядь, в 11 кзшке с 12 пальцев, на каждое КВ хайтап, я думаю, что это здесь не так. Блять, ну она на плюс 7 уничтожает, да. Кто? Ну вот это ВС. Ёб твою мать, иди пизду, мортира. Ты не умеешь стрелять, ты пытаешься меня убить, нахуя. Ну как мне доебали эти собаки, бля, ебаные? Как же мне нравится, из-за того, что на полмоста бегают, двушочу всех просто в шаг от ебану. Не, вы сам имба, его даже можно на первый слот юзать. Даже...
Призма зеленая, нихуя себе. Что-то еще есть. Сталкрафт Фан – это мой любимый русскоязычный сервер Дискорда по Сталкрафту. На нем ты сможешь пообщаться и попыкашить со мной, продать или купить ненужные тебе шмотки, а также всегда быть в курсе всех событий и промокодов в Сталкрафте. Также проводятся турниры среди участников сервера. Подбор противников будет по примерно равному снаряжению и КД. Ссылочка на сервер в описании. Не учатся ничему некоторые. И учиться, блин, не хотят. Кино американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки по веткам не разбросает.